турнир. Фестиваль «Августская весна» будет традиционным, и каждый год мы будем встречаться здесь. Итоги соревнований по мини-футболу. Вау, достала команда «Десятилетка». Всех игроков приглашаем на подиум. И для награждения команды чемпионов Кубка Ауха приглашается трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Хамидович Сайтиев. Итак, внимание, кубок первого победителя Кубка Ауха вручается капитану команды «Десятилетка» Аджиеву Султану! Поздравляем чемпионов!